Уже сразу похмелиться. Напился я в том домике. Продал машину, купил такую простенькую. Пойду поставлю гора. Пойду поставлю баню. Так что у нас здесь? Температура электропечи. Огромная. Таймер. Допустим. Все, пойдем в гараж. Так, подожди-ка. Ха! Вот он. Я же его вчера купил. На китайском сайте, конечно. Ну, да что ж поделаешь. Что поделаешь. Фриляндия же. Не просто так же в Фриляндию приехал. Отдохнуть. Конечно, машина была бы тут у меня побогаче, если я даже по этой сетуюсь. Так, положим тут. Фух, ну сейчас мы заведемся. Ух, сейчас мы заведемся. Опять что ли украли этот аккумулятор? А, вот что. Опачки, смотрите, что загорелось. Нормально. Ну вот сейчас мы точно заведемся. Ой, хрень. Сейчас мы точно заведемся. Да ёбарса ты! Да ёбарса ты с... Так! Ага! Всё. Так, ты куда ты улетаешь? Ну это нам уже не надо. Зачем мне это? Это убрать. Ей, да как это убрать? Так. Ну, хорошо горит. Нахрен мне нужен? Никто ж не покупает. Ой, быстренешь. Догорит. Фу. Первый раз завожу эту машину, вожу этой машины. Здравствуйте, рукокашку. И пукнула борщица в нос. И теперь мне гнусно пусто, выросла капуста. У меня полетели шампанские. Жесткий трек. И теперь я злой. Понятно. Я почему диск китайский, а песня русская?
Вот что ли? Не встал, блин, на мое место, дебил. Делать-то мне тема. Анск и синий. Что за музыка? Эти выпал. Ха! Прикол. Ааа! Куда мчесть? Дебил. Ты что, Дим, со мной разговариваешь как не с родным? Да пошел ты! Теймон, хуейка! Я тебя сейчас еще выгоню из своего магазина, ты придурок, ёбаный. Ты сделай свою работу. Ладно, дебил, покупай, что хочешь. А ты пиво не шлеп, не ожираться? Ага. Хуяться два ящика. Надо, понял? Это волновать не должно. И вот это не надо. Ну. Все, все, пока. Так. Ай, ёпара, сюда, я же на ручнике был. Забуксовала. Сейчас заедем одно из того. Уже открыто? Что мне свет-то горит? Сейчас нужно аккуратно заехать. Я посмотрел автомобиль. Давай, проверяй. Дебил. Это же под... Ну ладно, проверяй. Ты нормальный? Ты нормальный? Ты дебил? Да ты нормально, что ты еще мне отвертки бьешь? Машину? Да это нормально, не беспокойся. Эта машина готова. Что, охерел? Она не прошла? Да ты чё, шишь, что ли? Чё не прошло-то? Это ведро полный хлам. Ты сейчас так получишь сейчас? Ты даже не представляешь. Подарок. Подарок, подарок, вот тебе здесь бумага, подарок, подарок, вот на тебе подарок. Не прошла, да, не прошла? Ага, что, сейчас я тебе еще обоссу тебя, понял, чмощник сраный. Я приехал, тут бензин трачу, деньги трачу, а он мне ее не проходит, ведро. Ты сам ведро, понял, говно. Еб твою мать, за что я врезался? Так ёпарас, и ты уберись отсюда! Уберись! Блин! Да куда ты? Я не...